Вы все помните мое эпическое выживание в Майнкрафт, когда я строил свой дом из говна и палок, исследовал мир и выполнял ваши задания. А потом я организовал конкурс с призовым фондом $1000, в котором 100 игроков строили мне шикарный дом. И вот теперь, спустя год, я возвращаюсь к выживанию в Майнкрафт. Но! Теперь я это буду делать на своем собственном сервере, который также доступен и вам, дорогие, в доску свои. Все, кто из вас играет в Майнкрафт, прямо сейчас переходите по ссылке в описании и заходите. Идите на сервак и играйте. Вы только посмотрите на это. И вот тут чуваки бегают уже какие-то. Сэр? Над этим сервером работала большая команда талантливейших ребят. И посмотрите, что мы вместе с ними для вас приготовили. Уникальное, огромное лобби с прикольными пасхалками. Все в доску свои оценят. Собственные уникальные плагины на боссов и новых мобов. Измененная механика улучшения вещей. Улучшенная генерация карты мира. Уникальный собственный текстур-пак. А также есть возможность создавать кастомные модельки. Поэтому все, кто играет в Майнкрафт и хочет погамать на моем серваке вместе со мной, переходите по ссылке в описании. Вас ждет прекрасное выживание Ванила Плюс с кучей прикольных штук, ивентов, которые будут постепенно добавляться. Вы просто там офигеете, сколько всего будет происходить. Я сам, когда увидел этот сервер, я был просто поражен, сколько всего ребята замутили. Они это все делали на чистом энтузиазме, с любовью. Такую самоотдачу не жалко и поощрить. И поэтому все, кто хочет поддержать этот проект, поддержать мой канал, поддержать ребят, переходите в мой официальный Boosty, ссылка в описании. Да, я еще открыл Boosty. В нем также будет поститься очень много крутого контента, связанного с моей вселенной, с моими персонажами. И помимо всего этого, я буду вас посвящать в работу над своими короткометражными фильмами, которые я снимаю для зарубежного канала. И также вы будете получать доступ к этим видосам. Все эти ссылки вы найдете в описании. Просто заходите в описание, там будет Eugene Sagas Club, нажимаете, и все мои соцсети, все мои ресурсы будут вам доступны. Всем, друзья, хочу сказать огромнейшее спасибо заранее за вашу поддержку, которую вы решили оказать мне, этому каналу и этому серверу, да и вообще всей моей деятельности. Все ссылки в описании, ну а я приступаю к выживанию. Но вы же не думаете, что я буду начинать выживать с нуля? Нет! Как вы помните, в прошлом выпуске мне же сделали прекрасный, шикарнейший дом. И вот на фоне него я и стою. Еще раз спасибо всем, кто сделал этот прекрасный домик. Посмотрите на него. Посмотрите этот дворик. И теперь я буду в нем жить и буду в нем выживать и ваши задания выполнять. Но в данный момент это еще не мой дом. Пока я не сделаю одну очень важную вещь. Картина Данте должна висеть на стене. Вот теперь это мой дом. Я сразу чувствую себя очень уютно здесь. А теперь давайте приступать к вашим заданиям, которые вы оставляли год назад под предыдущим видео. Интересно, кто-то из тех, кто эти задания оставлял, еще смотрит мои видео? Надеюсь, что ты смотришь. Я выбрал тебя. Горигин 7072. Задание «Бессонница». Не спать очень долго, дождаться прибытия фантомов, собрать 5 мембран фантомов. Кто такие фантомы? Но я спать не буду, задание принимается. Я прочитал, что нужно не спать 3 ночи, и тогда фантомы появятся. Но я же не могу просто стоять и ждать 3 дня и ничего не делать. Давайте следующее задание сразу зачитаем. А? Задание «Братик». Добыть снежки и снежков сделать 2 блока снега, поставить их друг на друга и сверху разместить тыкву. Опа, это интересное задание. Я хочу себе какого-то друга, потому что здесь одиноко. За исключением этой пчелки. Ненавижу тебя. Ой, вот это очень страшно. Это ущелье. Он ведет куда-то адски вниз. Прямо в адский ад. Я туда не пойду. Ребята, я еще не готов. Мы же не забываем, что это детский канал. Поэтому сейчас, ребята, мы найдем эти снежки и сделаем себе маленького терпилу. Это детский канал, но еще и дерзкий. Так, где же у нас здесь снежные биомы? Походу, вон. Что это? Ты кто? Ты чё бегаешь здесь? Это лисичка? А, это лисичка. Ладно. Иди в жопу, лисичка. Дерзкий детский канал. Корова. Я должен ее убить, потому что мне нужна будет еда. И убью тебя, потому что свидетели мне не нужны. А, кто? Корова с того света отомстила? Или... А, это крапива. Опа, новый рецепт. Загляните в справочник. Я могу теперь делать какие-то крутые шмотки, которые у меня уже и так есть. Давайте оденемся. Вот, теперь я стану как коровка. О, кстати, мне бы свой дом не потерять. Теперь это огромной башни у меня уже нету. Ее надо бы сделать. Это снег? Что это? Как мне добыть снег? Может быть, какая-то лопатка нужна? Блин, мне придется вернуться домой и сделать лопату. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я не знаю, как играть в Майнкрафт. Мы учимся вместе с вами, ребята.
ребят. Ведь я уверен, что вы такие же нубилы, как и я. Дерзкий детский канал. Опа, у меня повышена ловкость, повышена выносливость, повышена свиноубиваемость. Данте, ты что пришел мяукать? Я тут записываю, между прочим. Надо добыть дебдовское дерево. И тогда мы сделаем лопатку. А где мой гребаный дом? А, вон он. Ай, да чего красивый дом. Пойдемте, пойдемте. Походим по нему. А, кто стреляет? Какого дьявола? Нет. Не надо мне тут этого. Смотрите, у меня тут есть циркулярка. Это, я так понимаю, что это? Не знаю. Где-то должен быть верстак. Нужна палочка-палочка и колотый глубинный... Что? Какой сланец? Чернит? Булыжник. Чернит. Что-то, короче, из этого нужно. У меня есть булыжник. Вот, поместить. Ага. Пока я еще не сделал вот эти палочки. Надо палочки сделать. Палочки сделал. Забрать. Отлично! Теперь есть лопатка. Забрать. Теперь я сделаю каменную кирку. Забрать. И каменный меч. Пожрать бы где приготовить. Ночь наступила. О, что это было? Что это? Фига себе, лягушка. О, еще у меня рыбки в пруду. Ох, это ж, прекрасно. Это, я чувствую себя очень умиротворенно. Давайте, наверное, сделаем костер. Нам нужно дерево, темный дуб. Любой, короче, дуб. Костер готов. А, ну не знаю. Давайте поставим его вот здесь. Что? Почему ты поставился так странно? Я испортил. Я испортил костер. Еще раз. Вот здесь. Ладно, пусть будет так. Хорошо. А как мне на нем готовить? Или я не на нем должен готовить? Я забыл, на чем я должен готовить. А, печка. Для печки нужно всякие булыжники. Твою мать. Ладно, костер есть, и его не отнять. Пусть будет. Оп, яри на меня. Пойдемте добывать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что это такой странный камень? О, нет, нет. Я сражусь с тобой. Пяу. Видели, какой эффект? Вот это эффект был. Ау. Крипер, крипер. Сейчас взорвется. Оп. Окей. А! Меня убили. Нет, меня убили. Я возродился в своем доме. Считается ли это, что я поспал? Кто посмел меня убить? Где эта тварина? Как меня бесит эти скелеты с луками, которые подкрадываются. Где он? Да он делся. Вот что значит год не играть в Майнкрафт. Я забыл все, все свои навыки. Возвращаемся домой с булыжниками в штанах. Ладно, мне нужна печь. Где она... А у меня разве не... А это что? Это ж печь! Она у меня была все это время здесь. Ладно. Все, жарься. О, какие индикаторы удобные. И что, прямо сейчас приготовиться? Раз. Готово. Все, охапку забираем. Лишнее барахло складываем. И отправляемся на поиски снега. Просто максимально эпичное приключение. Герой идет снег копать. Погодите. Где? А, я не в ту сторону пошел. Я пока что еще очень плохо ориентируюсь на своем сервере, но зато это мой сервер. И может быть вашим, ссылка в описании. Итак, не дай бог, лопата не сработает. Погодите. Открытие новые рецепты. Снежок! Я снежок копаю! Это работает! Я копаю снежок! Но это снежок! А как сделать блок снежный? А, блок снега делается из снежка. Из снежка! Мы сделали 3 блока снежных. Теперь нам нужно тыкву найти. Что ж, отправляемся на поиски тыквы. Тоже не так круто звучит. Тыква, не подскажете где? Смотрите, как она смотрит на меня. Она так на меня оценивающе посмотрела. Как-то пренебрежительно. Не потерплю! Господи! Это пропасть. Это ущелье прямо возле моего дома. Я боюсь, что оттуда какие-то страшные твари будут спауниться. Может быть, фантомы? Может быть, они оттуда будут прилетать? Может быть, ее просто заделать? Мы ее потом заделаем. Тыква! Тыква, тыква, тыква. Отлично. Добыть. Скорее домой, скорее домой. Сделаем себе друга. А где мой дом? Вон мой дом. А это тогда что? Это надо посмотреть. Бо-бо-бо-бо-бо! Нет, нет, сэр! Нет! Нет! А! Опасно! Враги живут прямо рядом! Бежим домой! Мне нужно сделать лук! Бо-бо, они бегут за мной! Нет, нет, оставьте в покое меня! Оставьте меня в покое, прошу вас! Все, все, отстали! Ха! Он хочет зайти! Умри! Ты еще не знаешь, что такое боль, но я тебе покажу! Чморят! Чморят, Евгения! Просто чморят! Наверх, Данте, помоги! Что же мне делать? За кроватью спрятаться? Я знаю, что делать! Оп! Да ты умрешь или... Я умер. Нет. Есть идея, быстрее. Снеговик. Почему он не ставится? Почему он не ставится на пол? Ах, какие неумные. Еще один ждет меня здесь, на улице. Ждет, пока я трусливо выбегу. И я выбежал. Мне надо их увести от дома быстрее. Господи. Боже мой, нет. Какие же они агрессивные. И бессмертные, походу. Атака сзади. Есть. Отлично, один готов. Я взял что-нибудь у него? Нет, хотел забрать его арбалет. Осторожнее. Я должен всех их убить. В другую сторону. Это же жители. Они должны быть мирными, по идее. Но этот вообще мразь. Опа. Давай, иди сюда. Оп-оп-оп-оп-оп. Взять стрелу, взять стрелу. Нельзя взять стрелу. Ау. Аккуратненько. Морковочку съели.
Опа-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 па
так и долго его бил. Вообще как будто бы не коцал. Вы слышите? Я их не слышу. Они, походу, у меня дома остались. Их же было там человек 5-4. Ладно, давайте поставим этот чертов снеговик. Раз, два. Я так правильно понимаю, что появится снеговик? Ничего не происходит. Да уйди ж ты. Окей, у меня открыто. Ага, рецепт. Лук. Я теперь могу сделать лук. Нет, 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 нет. Умри, 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 умри. Да чё ты не умираешь? Почему только меня бьют? Отойди. Какой он сильный, какой я слабый. Ну все, хана мне. Хана мне. Тут еще и скелет. Скотина попал. И сейчас я возрожусь. Где я возрожусь? Возрождусь. Здесь у себя. Их нету. Они что, исчезли? Может, они внизу? Они ушли. Ух, ну хорошо. Сейчас, судя по всему, мне нужно снова идти снег добывать, потому что явно не хватает чего-то здесь. А в задании написано 2 блока снега. Кто здесь орет? Пошел. Смотри, крутящийся паучок. Паучок-брейкдэнсер. Хорош. Подох. Все, все мертвы. Да боже ж мой. Проглоти слюни, ты отвратительный. Во, надо просто зажимать, чтобы сильнее бить. Боже мой! А чё взрыв такой слабенький? Это хорошо, на самом деле. А, паучок бежит. Все, так быстро убил. 3 нити. Ладно уж, пойдем дойдем до снега и вернемся, сделаем себе лук. Блоки готовы. Уж хотелось бы, чтобы это сработало. Поставил, поставил. Ты какое-то говно. Точно я правильно делаю? Может быть, надо... Что такое? Кто посмел? Отойди. Отойди. Умри. Подохни. Сгинь. Кучу бабок взял. Смогу в нашем местном магазинчике закупаться. Стоп, а может быть с тыквой что-то надо сделать? Я в таком замешательстве. Вот, давайте смотреть. Стоит тыква. Что можно с ней сделать? Просто добыть. Ах. Я понял. Нам нужно сделать рожицу здесь, на тыкве. Так вот все это не сработает. А для того, чтобы сделать рожицу, нам нужны такие вот штучки. Ножницы, наверное. Короче, инструмент определенный нужен. Нет у меня его. Нам нужно добыть металла. Металла добыл, теперь давайте добудем железо. А это что такое? Ничего, она просто так, она даже не добавилась ко мне в инвентарь. Открыты новые рецепты, я что-то таки добыл. Рудная медь. Окей, рудная медь есть, нам нужен металл. Короче, давайте вниз копать. Так, сейчас же ночь почти уже. Если я буду вниз копать, я ни хрена не увижу. Мне нужны факелы. Господи, как много всего нужно. О, нет, нет, начинается. Так, стоп! Будь все проклято. Ну ладно, зато я домой пришел. Что это здесь? Снег. Я его поставил, видимо. Давайте попробуем рудную медь сделать. А что она сделает, когда сделается? Сделает ли она нам хорошо? Сейчас вообще из дома опасно выходить. Я стал таким адским нубом, походу. В минуса ушел. Что меня убивает так легко. Мне лук нужен. Ой, а мне для этого нужно дерево. Лук готов. Но нужны стрелы. А для стрел нужен кремний. Нет. Слышите? Такой-то белый. Гел! Гел? Тебя зовут Гуял? Гял, тебя зовут Гял? Ты какой-то босс? Все, сдохни. О, нет, нет, только не здесь взрывайся. Это же мой дом. Сюда иди. Да не бойся ты. Вот, давай. Боже мой! Нет, погоди, погоди. Не детонируйся, не детонируйся рано еще. Хочу тебя убить. Вот так. Вот. Сейчас мы... Есть! Новый рецепт открыт. Прекрасно, мы можем и динамиты теперь делать. Конечно, в идеале не просто рандомно копать, а найти какую-то пещеру. А вот и ты. Это не пещера. Пещера найдена. Тут очень много мобов. Господи, валит отовсюду. Что за зомби-апокалипсис? Ладно, пойдемте вниз. О, как раз таки здесь паук есть. Отойди от меня. Какой же ты сильный. С чего вдруг такие все сильные стали? Это мать-паучиха, что ли? Да не хочу я умирать. Я не хочу умирать. Сказал не хочу. И не сдох. Я здесь ничего не вижу. Свет. Да, напрасно я что-то хотел здесь найти. Нам нужен факел обязательно. Какого черта? О! Черт! Нет. Я сгорел. Ладно, зато я дома. Боже мой, сколько я раз за эту серию сдох уже. А! Вот, пещера, которую я искал. Ну давайте спускаться в глубину. Нам не страшно, мы смелые. Опа, там скелет, он будет стрелять. Нам надо аккуратненько, только очень, максимально аккуратненько спуститься вниз. Ладно, давайте разберемся с ним. Воу! Где он? Куда делся? Сюда убежал. Ах ты! Давай, убить! Убить! Есть! О-о-о. Хорошо, сдох. Так, тут есть срезы, но не то, что мне нужно. Ладно, давайте добудем. И я провалился еще ниже. Ну супер. О, зато я подобрал упавший ресурс. О, я нашел то, что мне нужно. А значит, давайте ставить мостик и добывать. Че, только 2? Я где-то еще, по-моему, видел. Ага, вон, ниже. Погодите, а это что такое? Это что-то очень важное. И что-то очень новое. Я это никогда еще не видел. Мы сейчас это добудем, разумеется. Что? Нет! Отошел! Отошел! Отошел!
Есть, он упал. Я в плохой ситуации. У меня очень мало здоровья. Давайте зажремся. Окей, кажется, металла больше нету здесь. Ну вот это мне интересно, что такое. А, это просто травка сраная. Окей, я добыл руды железные 9 штук. Это, мне кажется, этого мало. Опа, вот еще металл. Ладно, я надеюсь, мне этого хватит. Давайте попробуем теперь отсюда свалить. Опа, еще нашел. Окей, знатная добыча. Теперь надо возвращаться. Я целый день здесь возился. И я дома. Теперь, получается, нам нужно сделать металл. Все, ждем. О, я же и в этой печке делал что-то. Медный слиток я делал. Давайте еще сделаем. Железный слиток готов. Итак, у нас открыта куча других всяких приспособлений. Вот они, ножницы мне нужны. И меч железный хочу. Меч железный хочу. А, прекрасно. Что там у нас на улице? Страшно? Никого нет, надеюсь? Давайте применим их. А! Бо! Я сделал! Вот он! Снеговик с тыквой на башке. По-моему, еще можно вот так сделать. Отдай тыкву. И теперь у нас есть снега. Что-то отвернулся. Это мой братик. Куда пошел, братик? Там страшно, не ходи, там монстр. Тебе не жарко здесь? Все хорошо? У него лицо. Он прям вылитый. Вылитый я. Только младший. Я всегда мечтал о младшем братике. Пойдем, брателло, покажу тебе, что у нас тут вообще есть. Красивый дом покажу. Заходи, идем. Давай, иди сюда. Иди, не бойся. Да! Куда он? Он сражаться пошел, он агрессивный, он злобный, он не такой добрый, как мне казалось. Стоп, это Эндермен, я не хочу. Он пошел Эндермена мочить. О боже мой. Сори, братик, я к тебе попозже вернусь. Где этот скелетон? Вот ты где. Ах ты. Да чтоб тебя. Да чтоб ты. Да чтоб ты подох. Ага. Есть. Опа, что это, стрелы? У меня нету места. Сирень, нахрен. Вот, у меня теперь стрелы есть. А, я весь в стрелах. А ничего. Это я привыкаю к ним. А как-то мой братик. Братик жив? Я только его сделал, и он тут же сдох. Это ты виноват. Вот так вот я лишился своего младшего братика. Но задание выполнено. И пока мы ждем появления фантомов, давайте приступим к следующему заданию. Задание от BruceCream1363. Называется «Защита от криперов». Заведи кота, чтобы приручить надо треску. Могут обитать в деревне у жителей. Завести кота? То есть у меня теперь будет не только картинка Данте, но и сам Данте? Ладненько, пошли на поиски котов. Понятия не имею, где я буду их искать. Но я думаю, сначала нужно будет поймать треску. Опа, осторожнее ущелье. Что это там вдалеке? Что там светится? А, это, возможно, просто лучи от солнца. Смотрите, друзья. Я начал рыть породу в поисках кремня и нашел что-то синее. Что такое? Лазурит. Можно сделать синий краситель и пока что все. Все, я нашел наконец-таки все ресурсы необходимые. У меня есть удочка теперь, осталось только сделать кучу стрел. 26 штук. Нормально. Кто тут бурлит? Я слышу тебя. Как будто прям под домом. Или на доме. Или в доме. Но я не понимаю, где он стоит. Нам нужно как следует подготовиться к фантомам. Значит, нужно сделать железную броню. Готово. Сапожки. А, черт, железных слитков. Не хватает. Ну блин, дерьмо. Сколько этих ресурсов еще надо? Ладно, одеваем пока то, что есть. Неплохо. Штанишки взять. И кожаный шлем будет. Как-то не сочетается недоска. Но ничего, никто не осудит. Знаете, пока я жду, что мой персонаж не будет спать 3 ночи, я сам прекрасно чувствую его состояние. Так как у меня 3 часа ночи сейчас. И я очень хочу спать. Но я хочу выполнить задание. Это важнее сна. Я очень хочу спать. Где фантомы? Сколько вас ждать? Видимо, мне еще и подыхать нельзя. Я подыхаю. Довольно-таки много. Что? Кто? Аук? Не входи в мой дом! Не входи в мой дом! Кажется, светлеет уже. Подъем! Утро наступило! А значит, Евгений направляется рыбачить. Рыбалку рыбачить. Рыбу судачить. А что у нас по рыбе? Где рыба? Господи, какие стрёмные здесь пещеры. О, хорошо, я вижу рыбку. Она здесь обитает. Вот так, ждем. Какое скучное занятие. Оп, что взял? Треска. А, треска, поймал тебя с первого раза. Надо про запас, потому что неизвестно, насколько привередливый будет кот. А Данте привередливый. Треска. Так, надо же не шуметь, чтобы рыбку не распугать. Тихо, ловить. Что я взял? Что это такое? Горшок. Ладно, 3 трески нужно. 3 трески. Быстро. Ну чё ты? Ну чё ты? Треска поумнела. Оп, тупая треска. Все, добыл. Теперь остается только молиться богам Майнкрафта, чтобы я быстро нашел кота. Опа, утка. Привет. Мне нужны перья. Я в каких-то дремучих джунглях нахожусь. Повсюду горы, деревья, пещеры, трава и заросли. Это что? Я лошадь. Иногда меня это поражает. Но не так сильно, как прогрузка карты. Такая она классная. Да, прогрузка карты у нас классная. На сервер заходите быстро. Ссылка в описании. Быстро, я сказал. Лошадь? Я сяду? Или как? Ой, легнул его.
Вот какой строптивый. Ну-ка, морковку тебе, на. Грабон видал мою морковку. Ладно, Боуджек, прости, мне нужно идти кота искать. Везде расщелины, везде есть возможность провалиться, очень опасно. А мне нельзя умирать. Смотрите, впереди деревня. Мы вышли на деревню какую-то. Надеюсь, она обитаемая. Что? Что за звук? Кто это был? Опа, сын! Батя? Что ты тут делаешь? Я же сказал тебе, что я тебя ненавижу. Я вот теперь с ними тусуюсь. Их я обожаю. Классные ребята. Чем они классные? Чем они лучше меня? Они слушают такую же музыку, как и я. В принципе, этого достаточно, чтобы я считал их лучшими друзьями навеки навсегда. Все. Ты не понимаешь. Я ненавижу тебя. Уходи. Ты ранишь мне мое сердце. Слышали? Мистер Кот? Кис-кис-кис-кис-кис. А, он зовет меня, зазывает. Ладно, конечно, по окрасу ты совсем не Данте. Ну, погоди. Такой ты котик. У меня рыбка. Куда ты пошел там, крипер? Котик, у меня рыбка. От! Новый друг человека. У меня теперь есть кот. Как мне тебя взять? Ой, прости! Не ту кнопочку. Извини, извини. Все, полагается еще рыбка. Рыбка полагается. Мяу. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Я отведу тебя домой. А где наш дом? Задание выполнено. Слушай, сейчас ночь. Очень опасно находиться на улице. Нам нужно пойти в гости. Извините, я тут зайду, переночую у вас. Сяду вам на лицо. Котик, заходи. Ты не против же, нет? А, не против. Подвинься, да. Подвинься. Спасибо. Я, конечно, чем-то недоволен. Все, ты лег? Двинься, я люблю возле стеночки спать. Вот так. Эй, ты спишь? Ты спишь? А то я не могу уснуть. И как-то несправедливо, что ты можешь. Поэтому давай не спать всю ночь. Я никогда не найду свой дом. Воу-воу-воу, крипер! Дверь закрыть. Только кота не трогай! А, кот здесь, все в порядке. Погоди, это не мой кот, это еще один кот. О, боже мой. Ладно, сейчас я сражусь. Он подох. Ты где? Пойдем со мной. Ну-ка, а вот этот кот. А, у него нет ошейника, поэтому он ничейный. Это же мой кот, который... Че ты сидишь здесь? Пойдем со мной. Как мне тебя забрать-то хоть? Вот он сел. Сидеть. Стоять. Сидеть. Стоять. Все, команда. Я видел тень. Да! Они здесь! Я должен получить от них какой-то материал. Попал? Ты что, попал? Пониже, пожалуйста, летайте. Черт, я так никогда не попаду. Фантом! Ну-ка, лети сюда. Отлично, отлично, летит, летит. Да чтоб тебя! А кто им сказал, что я не спал три ночи? Как они это понимают? Эй, слышь, голем, сынок, сражайся! Я не попаду никогда в жизни! Ладно, сейчас... Опа! Есть! Нет! Хорош! На! Есть! Убил! Я какой-то... Что ты взял? Что это я взял? Мембрана фантома. Вот! Блин, ну на тех я даже дострельнуть не смогу. Но я попытаюсь, конечно же. Но для этого надо быть прям про в стрельбе. А я что-то не совсем... Немножко не дотягиваю. Давай, стабильно лети. Стабильно лети, сказал. Я так никогда не попаду. Вообще, я думал, что они агрессивные. Они почему-то игнорируют меня. Я только что убил их, возможно, очень хорошего друга. Товарищи, давайте как-нибудь поаккуратнее летать, чтобы я в вас попал. Давайте как-то уважать все-таки мое время. Я не спал три ночи, чтобы вас дождаться. А вы что делаете? Уворачивайтесь от моих стрел. Посмотри, они умные, они шарят. Опа, он горит. А почему? А, они горят, видимо, когда рассвет. Слушайте, а может они сами сейчас сдохнут? Осталось двое. Куда делся еще один? Только что был третий. Рассыпались. А ничего, падать не будет. Ладно, я добыл всего одну мембрану вместо пяти, но считаю, что задание все равно выполнено. Что ж, мы выполнили все три задания, и теперь напоследок я хотел бы сразиться с одним из боссов нашего сервера. Итак, я на арене. Ой, как-то темно здесь. Вот, костерчик. Сейчас великий герой сразит босса. Это я великий герой, и я босс. Сейчас, друзья, вы увидите, как я сражаюсь с боссом на своем сервере. Я даже сам его еще никогда не видел, поэтому вообще не понимаю, что меня ждет. Чтобы пробудить его, я должен поместить эту голову. Мама! Вот он оживает. А че, можешь сразу пулять в него? Че-то не пульнулось. Видимо, пока еще нельзя. Блин, какая страшная хрень. Вот, пожиратель душ! Блин, он сейчас мою душу сожрет! Смогу ли я одолеть его? О, я могу... Ай-яй-яй-яй-яй, какой... Блин, он стал как будто бы страшнее, когда из тени вышел. Надо просто пулять по нему, надо пулять по нему нон-стопом. Нет! А, черт, я на льду, я скольжу! Или он меня замедлил? Ты меня замедлил, что ли? Будет смешно, если я не смогу его одолеть. Еще и зомби здесь! Отошел! Я промахнулся. Все, гори, тварь. И ты гори, тварь. А, что он делает со мной? Еще немножко осталось. Еще немножко, и он подохнет. Нифига себе. Нифига себе у него атака. Есть! Есть! Подохло. Теперь надо просто зомби добить. Все, я победил. А вот вы сможете его одолеть?
Что происходит? Мне не нравится. Что это? Что? Что? Я его еще не убил, оказывается. Кто по мне стреляет? Мама. Я не ожидал, что будет вторая фаза. Вторая фаза. Бежим скорее. Я переоценил себя и недооценил его. Ладно, благо у меня много стрел. Ой-ой-ой-ой-ой. Мои стрелы вообще по минимуму здоровья его тратят. О! А, как он жестко всадил мне. Пойдемте его мечом долбить. Получай, это я зря, это хавать не надо, жареную свинину быстрее. Восстановить здоровье. А, не подходи. Вторая фаза гораздо сложнее, чем первая. Интересно, а третья будет? У меня есть идея. Идеальная идея, быстрее наверх. Ну-ка. Оп, ха-ха-ха. Че, не достанешь меня? Рожу убрал. А, нет. Он достал меня. Ох, охренеть, он меня сейчас убьет. Свинина, это ты. За то, что поступаешь так подло со мной. А чё я не коцаю его? Я же стреляю. А, вот, теперь я попал. Кажется, ему надо четко в рожи попадать. Ой. Я попал ему в рожу, кажется, обиделся. Мне не понравился этот звук, что он делает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, блин, ну как он ускорился быстро. Черт, он еще и пуляется. А я только половину ему снес. Беги, Евгений. А, мне надо еще выше забраться. Максимально высоко. А. Ой, это плохая мысль. Может быть, туда побежать? Ух! Ау! Подсрачник влепил мне все-таки. Скорей. Вот, он не заберется сюда. Он не... Кто по мне стреляет? Чертов лучник! Ну-ка, я попадаю? О, я попадаю! Какого дьявола? Блинушки! А, боже мой, какие сильные удары. Ну, мы не ссым, мы сопротивляемся. Не сдаемся ни в коем случае. Может быть, бегать вокруг этого столба не получается. А, ладно, еще чуть-чуть. Надеюсь, редкий шмот выпадет. Оп. Вот это я стойкий. Смотрите, он почти сдох. А я жив. Я прям фактически гайд записываю для вас, ребята. Гайд, как убить Soul Eater, душежральщика. Так с английского переводится его название. Я еще и учу вас английскому языку. Запоминайте слово fuck. Piece of shit. Означает ой и плохая ситуация. А ситуация очень плохая. Ибо у меня 2 сердечка всего осталось. Пожалуйста, спасись. Сначала мы тактически отступаем. Не без помощи его подсрачника, конечно же. И пуляем стрелы. Во-первых, для устрашения. Если не попали стрелой, то это для устрашения. Если попали, то хорошо пометились. То есть я не могу, в принципе, стрелу мимо кинуть. Она либо для того, чтобы устрашить, либо чтобы навалить. Ау, рокет джамп замутили. Последний штрих. Он горит. Есть. Оно погибло. Я собираю драгоценный лут. О, а чё эти зомби стоят? Они как на трибунах как будто сидят. А это что я получил? Открыты новые рецепты, загляните в справочник. Хорошо, загляну. Погодите, а не что вы делаете? Вы в лодке сидите? Эх, лодка замерзла. Она замерзла во льдах. Вот главный Наталья Евгеньевна. Что? Это кто? Моя какая-то знакомая по сюжету или кто это? Я не знаю. Извините, Наталья Евгеньевна, я вас не знаю. Но я попробую растопить лед. А, Наталья Евгеньевна, вот главный босс. Все, вот, посмотрите, сколько лута. Это и есть босс, о котором я вам и говорил, которого я хотел вам показать. Вот столько классных боссов на нашем серваке. Ссылка в описании. Знаете, вот так вот спустя год мне было очень приятно вернуться в эту игру, снова поиграть, повыполнять ваши задания. И, кстати, если вы хотите, чтобы я выполнил твое задание, вот прям твое, пиши его в комментариях. И старайтесь давать такие задания, которые провоцируют меня на дальнейшее развитие в игре. Ну или просто какие-то приколюхи, сами решайте. И я надеюсь, что я как следует заинтриговал вас своим серваком по Майнкрафту. И надеюсь очень сильно, что вы перейдете и поиграете здесь вместе со мной. Ссылка в описании. Ну а с вами был Юджин, друзья. И спасибо вам всем большущее. Не забывайте про ссылку в описании с моими соцсетями. Заходите в Boosty, оформляйте подписку, поддержите канал, поддержите сервер Майнкрафта, поддержите Telegram, Discord, все поддержите. Это очень сильно поможет нам, мне, моему творчеству, нашей команде, всему. Спасибо вам всем большое, друзья. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!